Гидроизоляция – это комплекс мероприятий, который направлен на предотвращение попадания воды внутрь нашего сооружения. Потому что вода, попадая внутрь нашего сооружения, она не только ухудшает микроклиматические условия, да, она может влиять на работу различного оборудования, которое расположено у нас в подвальном или цокольном помещении. Но, помимо всего прочего, проходя через наши ограждающие конструкции, через наш железобетон, она вызывает коррозию как арматуры, так и бетона, что, в свою очередь, может привести к разрушению. Ну, допустим, если крышу можно там менять, да, крыть ее каждый год, то фундамент откапывать и менять гидроизоляцию проблематично. А восстановить, допустим, бетон в фундаменте, это уже может стоить вам два таких или три таких дома. Материалов для создания гидроизоляционной мембраны на самом деле очень много. Гидроизоляционная мембрана, ну, это как бы один, да, из основных элементов, может быть, даже самый основной элемент нашей гидроизоляционной системы. Гидроизоляционная система на самом деле может состоять, ну, из много элементов быть, да, это праймеры, это гидроизоляционная мембрана, это элементы утепления, это дренажные системы, а даже, допустим, системы кондиционирования и вентиляции, они тоже могут относиться к гидроизоляционной системе. Начнем с рулонных материалов, один из самых распространенных типов материалов, потому что как сколько есть рулонные материалы, столько они применяются для гидроизоляции. Соответственно, технология отработана, технология очень известна, только меняются класс материалов, их качество. Ну, допустим, вот система двухслойная, очень распространенная, двухслойная система с битумно-полимерным рулонным материалом в качестве гидроизоляционной мембраны. Достаточно надежная система, где швы первого слоя перекрываются швами второго слоя, то есть система достаточно надежная. По данным различных исследований, вот сколько я работаю с гидроизоляцией, плюс это, да, 70% производителей работ считают самым надежным гидроизоляционным материалом именно битумно-полимерный рулонный материал. А следующий материал, который применяется, может применяться для создания гидроизоляционной мембраны, являются мастичные материалы. Они могут изготавливаться на различной основе, на битумной, на битумно-полимерной, на эпоксидной, на полиуретановой. В принципе, от того, на какой основе он произведен, у них может несколько различаться технологии укладки, но по большому счету все они примерно одинакового принципа действия. Тоже достаточно популярные материалы, очень часто применяются, потому что, ну, сколько есть краска, да, столько есть элементы с ее защитой. Такие материалы рекомендуется применять на фундаментах, ну, в качестве гидроизоляционной мембраны, на фундаментах очень сложной формы, потому что, допустим, если у нас, ну, с большим количеством переходов, таких вот фундамент очень-очень сложной формы, то, допустим, с рулонным материалом вы просто, ну, очень тяжело сделать, да, такой фундамент. С мастикой вы красите, вы не заметите ни угол, не заметите ни впадину, не заметите ни переход, то есть скорость производства работ не потеряется. Что еще сейчас применяется? Достаточно новые материалы, это полимерные мембраны, ну, в основном это ПВХ-мембраны, хотя есть и ПДМ-мембраны. Несмотря на то, что это тоже рулонные материалы, но из-за своей маленькой толщины они делаются увеличенными рулонами. То есть, если, допустим, рулон битумно-полимерного рулонного материала, ну или там битумного материала, он 10 на 1 метров, да, то этот уже 20 на 2. Соответственно, сварных швов меньше, скорость производства работы больше. Ну и отличительная особенность таких материалов – они свариваются только в швах, укладываются на поверхность свободно, то есть без сплошной приклейки к основанию. Соответственно, скорость производства работ у нас в разы возрастает. Такие материалы сейчас в основном применяются для фундаментов, которые возводятся по методам стена в грунте, то есть на очень больших объектах, с очень большими площадями, где скорость является, ну, одним из основных факторов. В качестве гидроизоляционной мембраны могут применяться, допустим, цементные составы, которые здесь, к сожалению, не представлены. Они бывают как жесткие, так и гибкие. Если о жестких говорить, то это штукатурные методы, то есть тоже достаточно популярный материал, достаточно популярный способ, потому что нанесение, ну, как правило, простым штукатурным методом наносится. В зависимости от производителя они выпускаются различной толщины, допустим, там от 3-5 мм могут до нескольких сантиметров наноситься. Есть также гибкие составы, гибкие цементные мембраны называются. Они в основном двухкомпонентные, и отличительных особенностей они обладают небольшой, но эластичностью. В основном это, наверное, уж не будем говорить о там гидроизоляционных мембранах на основе металла, да, то есть это уже такой старый забытый способ, но основной это вот, наверное, этот. Материалов много, отличаются они в основном делятся на два больших класса. Это гибкие материалы, жесткие материалы. Да, в чем отличие? Это наличие такого
параметры, как относительное удлинение, которое выражается в процентах, то есть показывают, насколько материал может, условно говоря, растянуться, да, свое первоначальное положение вернуться. И, допустим, у мастик этот показатель относительно удлинения может достигать 1000 и более процентов. Допустим, у гибких цементных мембран около 20%, у ПВХ мембран, допустим, это около 200%. Ну и, соответственно, жесткие не обладают такой характеристикой. Это в основном все штукатурные составы на цементной основе. Некоторые мастики, в основном на эпоксидной основе, есть на битумной основе жесткие мастики. И, соответственно, это надо учитывать. То есть при подвижке, если у нас есть какая-то возможность подвижки фундамента, да, то в фундаменте, если появляется какая-то трещинка, то в жестких мастиках практически с вероятностью там, 90%, 100% трещина появится из гидроляционной мембраны. Гибкие мембраны за счет своей эластичности эту трещину просто перекроют и сохранят воду, свою водонепроницаемость. Гидроляционный контур у нас будет замкнутый. Гибкие мембраны необходимо защищать, у них нет такой прочности, то есть при монтаже арматурного каркаса, при обратной засыпке котлована их довольно легко повредить, и для них обязательно является устройство дополнительной защиты. Жесткие мембраны, они обладают прочностью, их, в принципе, защищать не обязательно. Если говорить о рованобитумных материалах, то они в основном наносятся с применением открытого пламени, да, газовыми горелками, то есть методом наплавления. Хотя сейчас в последнее время появились материалы самоклеющиеся, то есть которые применяются, наносятся без применения открытого пламени. Если говорить о ПВХ-мембранах, да, то сварка происходит с помощью специального оборудования, ну, вот такой ручной фен, который сваривает между собой рулоны гидроляционного материала. Есть ручной фен, есть автоматический. Скорость работы с которым существенно выше, да, чем с ручным феном. Но ручной применяется в труднодоступных местах, где с автоматическим работать не очень удобно.